Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Икосямисон Чарли. Солнышко стало ярче, дни становятся длиннее, а на душе так хорошо и легко. Всему это виной, конечно же, весна. Раз душа поет, а настроение повышается, то спешу поделиться этим всем вместе с вами, мои хорошие. Ловите, пока тепленькое. Итак, на этот раз я не особо отличилась фантазией. Плюс ко всему прочему, меня просили создать девушку весну. Раз на душе прекрасно и легко, то... Я рискнула. Я задумала девушку изначально в нежных тонах. Ну, само собой, весна. Присутствует не только розовый, но и цвет весны нежно-зеленый. Для обычной одежды я выбрала длинное розовое платье с сандалиями. И как небольшой бонус, второй наряд повседневный. Миленькое коротенькое платье. Изначально я не планировала два основных наряда. Но оно так подошло, и что я не сдержалась. Также мне очень понравился ее праздничный наряд. Он выполнен в нежно-зеленых и древесных оттенках. Еще отмечу, что в итоге я поменяла ей черные брови на аккуратные темно-коричневые. А то странно немного выглядел ее образ. В общем, все получилось, как по мне, очень нежно и вкусно. На этом все, дорогие друзья. Все свои нравятся и не нравятся, высказывайте внизу в комментариях. Я их очень жду. Скачать Сима можно по хэштегу Миссис Анна Чарли или Origin ID Миссис Чарли. Пусть у вас в душе всегда будет весна. С вами был Косясь, но Миссис Анна Чарли. Приятного просмотра!